Можно пулить не по отчету, все равно тут четверть урона получают, ничего нет критичного, на ноге на пулю. Ну вот блин, хреново раньше. Зря сказали, что можно раньше. Да. Но он бы мог прыгнуть на другую сторону. Капля. Гоу. Стырили. Кто стырил? Точно там немного стаков. Вообще воруют. Да. Варюги. Блин, вы визуально смотрите, там ни хрена народ, не надо бежать. Не могут бежать другой капли. Кому повезет. Пан, дайте хоть один, точно надо дать. Короче, раны у меня нихера нету. Забрал босс, может раны повезет. Не бейте те, которые идут навстречу, они доходят до босса. Первая билка. Просто небольшой УЕ. Блин, я на убав еще не набрал. Ну ставил диспел. Есть. Ну все, мутация есть под диспелем. Через 5 секунд бургеру. Ребята, мы диспелим только если человек попросил подиспелить конкретно его, иначе никаких диспелов. Лена, тебя Дэйс попросил, чтобы меня диспелить? Козлы. Аня, успокойся. Да что это такое? Это истерия, вот что это такое. Почему меня только не спорят каждый раз на этом боссе? Забираю. Тебя не любят. Дайте хоть что-нибудь. Капитан, зачем тебе? Ну как, между прочим, выживаемость еще куда, во-вторых, дамаг прилично. А, накел диспел. Накел диспел? Вот я, да, не диспел накел. Плакитов не забегайте. Две секунды до смены. Снимаем босс. Дистанция. Не, наоборот. В пузыре тусуемся и делим дамаг. Но небольшое. Чуть ускорю продвижение, чтобы не догоняли капли босса. Чем-то реалист напоминает. За боссом такой шлейф смерти. Макс, пали стаки, иди снова бей капли. Туда бы сейчас такой сдать, что уешет. Будет весело. Сюда. Еще ебнет. Мне кажется, демонологи будут в подсчете. Они будут в подсчете только потому, что они крутят все. Ну здесь надо вообще, видишь, за спиной можно, а уешет только за спиной. Ну так, при желании. А смысл? Ну да, это тоже верно. Хилим Куклувуду, Куклувуду хилим. Хорошо, хилим. Интернет прожал. Да я так закричал, что тебя там все похили, даже не просил. У меня 65% способов. Дайте диспел. Вперед, ты диспел. Ранэ. Хилим Ташида. Аж глокнешь? Попробуй. Заодно проверишь, глокается или нет. Нет, брок. Короче, по нему попадает на диспел, да? Да, диспелы пропадают и хорошие, и плохие, диспелы. Поэтому вы просите диспел только если на вас плохие, а мы диспелим только по запросу. Дистанция, дистанция 5 ярдов. Он, похоже, работает, он все меняет. Или как предотвращает. С кого спал мутант, убивайте заново. А я не понял, на мне мутант. На мне мутант, но я... Эрлис, уйди же, сейчас. Без бафа, хочу заработать. Значит, лишник съел. Один диспел снимет тебе абсолютно все. Думай сам, надо или нет. Диспел? Диспелните их, как не буду. Ранэ, затанут еще раз. Диспелил. Спасибо. Диспелил без меня? Куклу Вуду диспелил. Без меня диспел.
Ладно, 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 не суть, пожалуйста. Постепенно сейв раздаем, дал ромаси по обменам. Можно Рогу пройти? Чуть-чуть быстрее проведи раны, то немножко догоняет. И дистанцию не забываем. Сейчас про диспелли тех Рог. Да. Кого конкретно диспелить? Это Джобсон уже 5 раз просит. Макфу про диспелли, я же попал. Дайте мне шоу попал. Есть. Сашулю хилим, Сашулю прожми. Да. Сашуленька. Чё? Дихил я в бабле стоял. Нет, я потом вызываю. Снял босса. Новая билка. Чё он там, пузырь снова, да, взял? Ранэй хилим. Хорошо, дихло. Там не умрёт. Доложу. Так, ребята, есть на вас мутант? Нет, бьём босса. Не урзай, Ромастер, почему я экономлю? А чипы делаются, надо подождать, пока все мутации спадут и добить босса, так что ли? Я не знаю, что за ошибка там. Скликнуть, здесь пылить. А, ну да, это дисплей. 40 лет набиваешь эти стаки, потому что у тебя здесь пылит, блин, идешь за. Ого, тринки какие. Что же за параши-то падает?